В Нарьян-Маре организован бесплатный прием от населения энергосберегающих и люминесцентных ламп. С 1 июля по 31 декабря на производственной базе по жилком сервиса жители могут сдать отработанные лампы для последующей их демеркуризации. К сведению, каждая энергосберегающая лампа содержит до 5 мг ртути. Лампы представляют особую опасность и относятся к отходам первого класса, поэтому выбрасывать их в мусорные контейнеры запрещено. Пары ртути чрезвычайно токсичны и оказывают вредное воздействие на организм человека. Сбор отработанных ламп позволит избежать размещения отработанных ртуть, содержащих отходов, на полигоны и в зеленую зону, а также снизит непоправимый вред, наносимый окружающей природной среде и здоровью человека. Прием будет вестись до конца года каждую субботу с 11 до 17 часов. Пункт приема находится в поселке Искатели рядом с домом 1А по улице Тиманской. За дополнительной информацией можно обратиться в окружное управление природных ресурсов по телефону 4 17 47.